С начала карантина в области зарегистрировано 14 693 заболевших. Среди них 13 152 взрослых, 1541 подросток в возрасте до 14 лет. С начала учебного года, нового учебного 2020-2021 учебного года, среди школьников города, обучающихся офлайн, зарегистрирован 21 случай. 35 заболевших, учащихся, обучаются дистанционно. За сутки зарегистрировано 4 случая заболевания среди школьников. Это у нас в Варшалынском, Окольском районах, городе Степногорске, городе Кошетау. В том числе 2 из них в формате офлайн. Вакцину получили свыше 1000 педагогов, более 700 сотрудников правоохранительных органов. Число вакцинированных медработников составило 1178. На сегодняшний день вакцинация продолжается. Все вы знаете, она состоит из нескольких этапов. Изначально были привиты полицейские, медработники и сотрудники силовых структур. Теперь прививаем учителей и работников госучреждений. Отметим, с начала года проведено свыше 2000 рейдов, проверено более 9000 объектов, установлено, что порядка 200 из них не соблюдали карантинные требования. Общая сумма штрафов составила 29 719 тысяч тенге. Зарина Дюсекеева, Абзал Жумабек, Азамат Бекмагамбетов, Кокшакпарат.